В одной из деревень Нижегородской области появился настоящий оккупант. Нелегал появился во время сильных морозов прямо из леса. Он занял приглянувшийся двор, вырыл там нору и наотрез отказался возвращаться в чащу. Владельцы дома к незваному гостю уже привыкли, а вот их соседи два раза в день пересчитывают домашнюю живность. С опаской она сейчас ко всем относится. Меня, естественно, знает, как бы руки я ей подаю, не кусает. Берет из рук еду. Я думаю, вряд ли она у кого-то еще из рук еду возьмет, если ей кто-то подаст. Аппетит у нее, конечно, есть. Но она сейчас в основном все, видимо, запасает как-то. Такая стала очень научной жизнью. Теперь она половину еды ест, а половину прячет. Людей лиса пока побаивается. Подпускает к себе только Любу, да и то исключительно с колбасой в руках. В ближайшее время хозяйка хочет приучить хищника к поводку и сделать из нее домашнюю сторожевую лису.